Привезли нам доставочку Озон. Открываю дверь, они говорят, вот, помогли до двери донести. Я говорю, нужно что-то подписывать. Говорят, нет, и уехали. Офигенная служба доставки. Вот в России начинается такая же тема, как вот у американцев, что там привозят посылки, положили под дверь и уехали. Ничего там не надо расписываться, вот это все 3 часа паспортные данные переписать, распишитесь тут. В общем, полчаса тебя грузит. И при этом заказ сделала у меня жена на ее паспорт, а вышел я. Но вышел я из нашего адреса, куда мы заказывали. Поэтому и служба доставки доставляет именно на сам адрес. Вот, а кто там выходит, это не так сильно важно. Так что никаких напрягов. С одной стороны, ну, кажется, ну, а если не тот выйдет, не тому отдадут. Ну, я думаю, если даже такая проблема будет, вопрос решаем. Но в большей части, по ходу дела, таких проблем нет. И нас тоже приближают к этой теме, как вот у американцев, что принесли, под дверь положили, уехали. Круто. Я сейчас вышел, думаю, блин, у меня жена там в ванной. Я говорю, выходи там с паспортом, она не знает, где паспорт. И думаю, сейчас, блин, проблем, пока она выйдет, пока найдет паспорт. Пока что, пока то. Сейчас скажет, а ты кто? А почему не принимает тот, кто заказал? Я дверь открыл, он говорит, вот, на. Я говорю, поможешь тебе до двери этот вдвоем? Конечно. Донесли, и все. И он говорит, до свидания. Я поехал. Я говорю, так а расписаться? Не надо, говорит, расписываться пока. Я же там отметила у себя по номеру телефона, что я согласна, что сейчас приедут к тебе дома. А, ну вот прикольно, да? Mm-hmm. Раньше, а когда доставку делали, ну, у нас в поселке можно на улице оставлять, никто не тронет. Mm-hmm. Да, в принципе, более-менее нормальный район, и уже никто ничего там забирать не будут. Наоборот, еще у нас бывает такое, если кто-то что-то оставил, общий чат есть, соседи пишут, что ну кто оставил, забыли, у нас лежит, заходите, заберите там. Уже нету такого, что там прям воровство. Понятно, что воровать, блин, это всегда будут, но это единичные случаи, это вообще не показатель. В среднем все нормально. Короче, круто. Вот так вот. Первый раз с Озона сделали доставку. У нас, кстати, здесь открылись тоже офисы. Несколько офисов. Вот в том году один, и в этом году еще один открыли. По ходу дела, они хотят по всей России ввести вот эту систему, чтобы люди заказывали на дом все. И это происходит очень быстро, мгновенно прилетают. Блин, прикольно. Не знаю, мне нравится. Раньше бы так было. А то вчера я ходил на эту, как его, почту. Стоял на этой почте. А почта у нас работает, оказывается, сейчас только до часу. В какие-то только дни. В общем, целая история. Приходишь, и там очередя просто жесть. Вот. А тут заказали и все сразу привезли. Сейчас тут откроем, у нас стаканчики пришли. А, это стаканчики уже? Да. 19-й. Нет, стаканы должны быть здесь. Там что-то Меланина, и открой. Посмотрим. У меня стакан сломался, много лет я им пользовался. И сейчас заказал несколько таких же стаканов, так как Оля тоже такой попросила, говорит, ей тоже в таком удобно. Что-то ее обделили. А Милана что-то заказала. А, это Миланочкины всякие косметические штучки. Это она отдельно. Вот стакан. Один я стакан себе заказал, и вот 2 вам. Вот это отдельно мой. Ты бы так шоркнула. Угу.
еще, да? Ну, открывай. Так, это мой новый стаканище. Так. С двойным дном, да. Как будто тот. Да. А нам где? В принципе, тот же, да, стакан? Да. Только у того ручка была здесь больше. Ну, тут я держать, ну, не совсем так мне удобно. Может, тот стакан был круче. Ну, хотя бы. В памяти моего того стакана. Ну, хотя бы тогда, хотя бы 700 рублей стоит. А тот сколько? 1000 стоил. Да. Тут вот для ручки места мало. Там я когда держал, еще четвертый палец сколько. Ну ладно. Наши 2700. Сколько стоит? Наши 2 стакана 700 рублей. Да, у вас чуть поменьше. Мини-версия. Ну, они такие же должны были быть. Но там поизящнее. Что-то, блин, на картинке одно. Ничего себе маленькое. Что-то не знаю. Но крутые. Да? Странные какие-то. Эти, толстые. Нет, так двойное стекло. У них будет это, руки не будут. Что такое? Это когда готовили, будет, да? Да. Ну, тогда да. Да. Вот. За дырка? Это когда делают, капелька последняя остается, когда этот стакан. Вот, тут двойное дно, и получается, с какой бы горячий там напиток не был, у вас руки не горят. А я сюда наклейку специальную. Ну, вот такие вот штучки как-то. Да, понимаю. Вот эти вот как обламывают. Было. Почему они здесь оставили? Как будто бракованные. Да нет, я думаю, это когда делали. Ну, да. Но вот тот у меня стакан чуть другой. И тут смотри, как будто здесь косяк есть. Оль, вот здесь. Да, да. Косячный, да, вон, смотри. Угу. Или это так должно быть? И на втором также, да? Нет. Здесь ну-ка. Есть. Короче, косячные стаканы продают. Вот. Вот это косячный. Вот он. Плавили неправильно его, сплавили. Похоже. И когда еще плавят, вот снизу точку оставляют. Смотри, вот инструкция здесь. Да, да, сейчас это отдельно мелко, это не сейчас. И тут тоже точку. Ну, короче говоря, доставка-то прикольная, но то, что они продают, они более какие-то экономные варианты, что ли. Я потому что, когда покупал, там качество другое. Тяжеловатый был. Тяжелее стакан был, да. Здесь, по ходу дела, состав другой. На пластик похоже. Больше на пластик, да, похоже. И вот он, видишь? Да, а у меня было стекло. И он тоже косячно сплавлен, вон видно. Да, это, короче, косячно плавленные всякие. Милана, стаканы. Ладно, пусть будет, но я себе все-таки куплю другой и не через Озон. Я вживую зайду в магазин и нормальный, качественный, стеклянный куплю. Тут со всех сторон вот видно косяки, что он это неправильно сплавлен. Мне кажется, в Озоне твой стакан можно найти, просто фирму. Так это самый дорогой там был. Угу. И при этом вот это мы смотрели, тоже по литражу должен был так же быть, да, Милан? Ну, да. Ну, а в итоге он вон криво сплавленный, непонятный. Ну, ладно, пусть будут. В любом случае. Ну, короче, косячная херня. Вот, если честно. Лучше это такие вещи, вот, которые вы действительно цените, и то, что вам прям что-то из посуды, там, не знаю, какие-то ложки, вилки, вот такие вещи, которые вы должны ощутить, потрогать, увидеть и только потом купить. Как бы круто не было, конечно, вот эти всякие службы доставки, нужно вживую такие вещи увидеть, потом купить. Это всякую мебель там можно вон. А обратно можно сказать? Да. Да можно, да, если не нравится. Мне нравится, не нравится. Ладно, пусть будет. Но это не совсем то, что я хотел. И не знаю, как горячее страшно не было. А нет, это нет, я думаю, пофигу, да. Ну этот прям вообще как явно кривой вон. Сразу видно.
У меня обламывает то, что это как будто пластик. Ну, такое, или стекло такое какое-то. Ну, состав чуть-чуть. Это мой стекло, ну ладно, не пойдет. Ладно, пойдет. Все, и дальше мы будем распаковывать уже это отдельным роликом. Милана заказала себе туалетный столик с подсветками всякими там, женский. Вот так вот. Сейчас мы тут сидим, смотрим телевизор и тестируем это все дело. Вот так вот выглядят стаканы. Вот Оля ставит в этот. Пап, ты пошутил, сказал стаканы? Нет. Вон стаканы. У Миланы тоже. Стаканы. Удобно, нет, Милан? Да, но для меня слишком края толстые, когда я чай пью, у меня половина чая даже не пьется. Да? Непривычно. Вот мой стакан. Он у меня прям четко входит вот сюда, вот так. Как и предыдущий. Да, как и предыдущий, но предыдущий был круче. Е-е-е. Но в любом случае лучше такой стакан. Все, крутяк. Раньше детям нужно было игрушки покупать, а теперь мебель. Да. Отрезай вот эти штуки. Это было новое лего такое выпустили. Я сама захотела этот стол. Мама предложила, я захотела. О, пенопаста. Новый год. Ох, как красиво. Уже красиво. А что мы делаем? Упаковка. Что? Инструкцию. Надо резать? Да. Это полка. Аккуратно не пробей в полку, но ну, ножик. Не прорежь. О. Там тут. Не я. Так, что это? Зеркало должно быть еще. Это полка, ее можно. Ну, большая достаточно. Ну все, сейчас вот этот хламчик убираем. Надо тут достать, а вот этот весь хлам обратно сейчас закинем. И это? Потом покажем. Большое красивое зеркало здесь. И еще лампочки. Кстати, зеркало не работает. Лампочки входят в набор. Да, в комплекте есть уже. Так, все, что зеркало целое. Вот зеркало нету. Это как с айфона пленочку снимается. Ну. Они ванилью пахнут почему-то. Да. Понятно? Реально ванилью пахнет. Специально для девчонок, пахнет, наверное. Вкусно. Но она вон туда будет ставить свое зеркало. Да. Там как раз есть розетка. Нет. Можно будет это все дело подключить. Ну, также здесь уже три нормально взяли штуки. Вот очень удобно. Вот это и здесь уже есть. Ну, все штуки уже стоят, не надо ничего прикручивать, все максимально в сборке. Да. Только вот этот состыковать стол между собой и в принципе готово. Спасибо.
сейчас сбоку там. Все, прикрутили. Тут, в общем, прикручиваются три болтика. Здесь вот это ставится. И с той стороны ровно то же самое. Держи. Так, вот так надо. Потом это все дело нам надо перевернуть. Нифига себе, ты перевернул. Там уже внизу ножки уже готовы. Все. Да. Вот таким образом. Это должно торчать? Здесь эти уже есть. Откор сделай. Задвинул. Это без таких вот серьезных колочек. Но все равно так мягенько идет, не стукается, да? Так, давай, Милана. Зеркало шурупы. Будешь держать. Там шурупы снизу. Да. Здесь вот два болта. Вот здесь два болта больших. Тихо, папа. Сейчас мы их вкрутим. Сейчас Милана будет держать зеркало. Так вот, держи. А я буду вот эти болты немножечко вкручивать. Так. Неровно. А сейчас папа там сделает. Так, надо отверстие найти. На себя нужно тянуть. Чуть-чуть. Вот так. Все. Вот так. Такое классное. Ты тоже хочешь? У нас, кстати, в ванной этот пуфик белого цвета стоит. Можно тебе его сюда? Ничего себе, папа, мой пуфик уже дочке отдал. Да? Мы заранее уже решили, ты просто пока что не знаешь. Так, хитрый. Один закрутил, потом этот принесу еще докрутить. В принципе, вот. Примерно. Иди вам, тестирую пока. Подожди, он сейчас упадет. Нет, пойдет, отпусти. Смотрите, какой зеркало. Да, смотрите, там мусорка полная у Миланы под столом. Что, прикольно смотрите? Зеркало, там мусорка. Спалили мусор. Не прикольно, да, Милан? Почем ты купил у Милана это? 10. Мы смотрели, что-то 13, да, стоило? Нет, ты что, 11 или 10? Нет, стоило 13 тысяч, короче. Сначала Милан на Озоне посмотрела вот это только зеркало. Набрала вот, и оно отдельно только стоило. 7 тысяч. Я начал смотреть, а там, оказывается, нету вот этого вот нижнего тумбы. А они с тумбы фотографию выкладывают, и ты можешь так вот заказать, придет только верхняя часть. Если заказ делаете, обязательно смотрите. Описание. Комплектация, да, вот мы с Миланой. Характеристики. Характеристики, да. И там уже мы увидели, что вот нижняя часть есть и верхняя. И зеркало, и тумба входит в комплект. Было что-то там 13 тысяч, со скидкой получилось. Сколько? Со скидкой? 10. Я помню, что получилось 11, либо же 10. 10 тысяч, да. Потому что мы там еще всякую мелочевку заказывали. Так, ну зеркало, в принципе, я закрутил. Все нормально. Сейчас Милана сделает первое включение. Да, Милан? Лампочки. А, ну вкручивай тогда лампочки. Вот сейчас Милана сделала первое включение, а лампочки не забить. Так. Лампочки не разбить. Все нормально. Так. У нас здесь, вот, покажи, вот как раз прям... тему, прям да? Суждено было здесь. Да, стоять. Здесь. Все, подожди. Включилась первая вот лампочка. Так, нет, вот так вот сделаем. Хорошо. Давай, задвигай. До конца вкручивай. Давай. Задвигайте, я куда вам надо. Смотрится, конечно, круто. Классно, да? Да. Вообще царско. По-царски, Милан. Прям королевошная. Я давно такое хотела. Нет, вы задвиньте. Сейчас. Здесь вот кнопочки сильные тоже не перекручивай так. И в другую сторону. Так, в другую. По часовой всегда. Ага, откуда ты знаешь? И не перекручивай. Всегда по часовой. Лампочки закручиваются, болты и все по часовой. По часовой. Задвигать будем или сначала вкрутить? Нет, докрутите все. А по часовой или... Потом типа... вытереть надо будет зеркало, так, потому что оно чуть-чуть заляпано. Как стрелка на часах идет? Механические часы. Я поняла,
Поэтому называется по часовой стрелке. Как на телефоне. Не, на телефоне электронные часы. Я знаю, я понимаю. Но бывает и механический рисунок тоже делают. На часах, на, типа как айфон, только часы. Вот на этих. Угу. Здесь получается вот это очень даже в тему, потому что комната у Миланы вся светленькая, мебель очень красивая. Мебель мы все покупали в лазурите, и здесь будет прям сочетание. Вот это зеркало, оно сливается со стеной и не будет казаться таким объемным. Даже эту рамку, в принципе, сильно видно не будет, и только чисто будет зеркало. Ну, вот эта вот рамка, там же были разные цвета вот этих мебели. Они были коричневые, серые, черные. Если взять какой-нибудь коричневый, поставить будет, ну, так себе, что смотреть. А это прям светлое. Давайте это все дело задвинем сейчас. И ты, Миланочка, включишь это все. Так, вот здесь, кстати, кнопка. Да, задвигай. Подожди, тут еще какая-то кнопка есть. Дай-ка посмотрю, что это такое. Вот это еще что-то подключается. Надо посмотреть по инструкции, что это такое. Просто... Еще что-то можно включить. А не может знаю. Быть, телефон заряжается этот? Что-то нет? Надо по инструкции посмотреть, что это такое. Помогает. Давай, Милан. Тихо. Там резиновые штуки. Я знаю. Двигай. Давайте, пацаны. Только вот этот шнур там надо как-то запрятать, он так, не очень. Дайте, дайте, дайте. Да. Здесь типа полочки, мам. Полочка. Ну как? А, это вот, которую собрали? Ну да, вот полочка. Ты можешь сюда всякие косметические штучки свои складывать. А вот этот стол... Там зарядки всякие, провода нужны. Или нет? А где эта белая штучка ее заэтовать? Вот так вот задвинем туда еще. Ну ладно, все. Давай, теперь включай, Милана. Пуфик принести. А, давай, пуфик сейчас принесу. Вот такой вот есть пуфик. Его тоже покупали мы с мебелью, тоже в лазурите. И этот пуфик у нас в ванной был, мешался всегда. Вот, потому что я подходил к окну и хотел окно открыть. И всегда об него спотыкался. Но ничего не мог с этим поделать, потому что он должен там стоять. Вот, сейчас покажу даже где. Вот сюда вот подходишь, и там вот этот пуфик, блин, заколебал уже. Ну и тут, видите, есть причина его переставить. Я стол купил ради, чтобы избавиться от этого пуфика. И он прям в тему. Это очень офигенный пуфик. Качественный. Кожаный. Открывается. Там внутри можно всякие штуки положить. Очень мягкие, да, Милан? Да. Офигенно. И прям в тему Милане. Вот под это все дело. Ну все, давай. Ух ты ж, ух ты ж. Прикольно. Вот все. Это супер, конечно. Вот. Круто, да? Да? Ничего себе, прям принцесса. Унитазный столик. Унитазный столик, да. Крутой унитазный столик. Кстати, очень хорошо видно, да? Да. Только вот это надо будет протереть. Есть чем-нибудь какую-то тряпочку? Чуть-чуть. Протереть, и чтобы насколько тут зеркало качественно сделано. Да. Что, тебе нравится? Конечно. Ну вот. Вот, вот так было. Он, кстати, ярко светит. Да? Угу. Очень даже ярко. Вот полочку открыть тоже удобно, да, убрать? Сейчас это все дело здесь попротирать только надо будет. Да. Соль он чуть-чуть вытерет. Мне понравилось то, что он не разбитое зеркало пришло. Ну, конечно, еще бы. А еще бы разбитое, да, пришло? Да. Вот тут наверху вот какая-то фигня. Это надо будет помыть. Это я затяну там еще. Плохо затянул. Так ты же его не трогаешь, что оно? Ну, ну да. Стоять тем более себе. Сзади стена она придерживает. Я о, вообще хорошее зеркало, да? Очень чисто Милан, видно. Когда будешь протирать, вот здесь рукой придерживай, чтобы этот... Я его понимаю. Надо его помыть.
помоешь сама? Мо. Ой, красивая. Красота! Довольна, Милана? Да, конечно. Ну все. Теперь открывай бизнес косметический на дому. Да. Зарабатывай деньги. Я уже делала. Одень да. Эту штучку. Ну, это просто одень. Фотку сделаю. Вот. Какой-то такой синий штук. Все. Не будем. Счастье вдруг в тишине. Тут к Милане приперлась. На волне. С полочкой, с лампочками. Только осталось протереть все.